Выехали мы сегодня очень рано, в 5 утра, для того, чтобы попасть сюда вовремя. Ехали мы из Усть-Майского района, потому что дорога дальняя. По пути нам встречались машины, которые тоже ехали с нами. Значит, это был большой праздник, потому что ехали все сюда. Вот сам праздник, он оставил неизгладимое впечатление, потому что мне, как жительнице Донбасса, ДНР, я впервые с этим столкнулась, увидела театрализованное это представление. Масса людей, костюмы, народный эпос, традиции. Это все живет, процветает в Якутии. Я горжусь Якутией и благодарна народу, который с доброй душой, теплотой сердец встретил меня, жительницу Донбасса. Я думала, что это суровый край, в котором очень холодно и безлюдно. Оказалось, нет. Это очень хорошая республика, которая своим творчеством, своим вдохновением помогает жить всем людям Якутии. Большое спасибо!